Доброе утро, ребятки. Good morning, guys. Happy 8th of March. С 8 марта, ребятки, девочки и мальчики. Вот такое у нас 8 марта. Заснеженная, удивительно заснеженная. Ну, конечно, оно растает, это все, знаете. Я так сейчас жалюзи уберу. Это все растает, я так удивилась. Но я знала, у мамули в Польше тоже снег выпал. Вот. Че так это? Резкость иногда. Как-то телефон сам настраивает резкость. О, представляете, ну выйдем с вами на поле. Представляете, я смотрю, начал расчищать снег на машине. Ну, я сразу встала, проснулась. 6:30 натуральным способом проснулась, потому что я легла в 10:30. Это самое классное время ложиться спать для меня. Самое лучшее. Тогда я натуральным образом просыпаюсь. Вот видите, даже не 6:45, чтобы к Нейсона подъему, а сори, в 6:30 полежала минут 10-15, даже полежать время было. Вот такая зима 8 марта. У нас ни разу в Южном Уэльсе у нас как-то красноватым оттенком, наверное, красный гараж на снег, так, вот так красноватый оттенок, когда красный гараж соседей. Такого всю зиму у нас не было. Всю зиму у нас не было снега. Большинство зим у нас... Да, бывало, что выпадал снежок, но в Южном Уэльсе погода такая, что бесснежная. В Южном Уэльсе в большей мере температура плюс, и поэтому... Все, хватит дергать камеру, держим. Вот так. Больше температура плюс в Южном Уэльсе. Бывало у нас это зимой доходило 0 и минус 3. Самое большее. Минус 3. Но это было без снега. Но я понимаю, что снег не выпадает, если, например, он начал расчистил машину. Сейчас как раз подождем, пока он выйдет и поедет. Классно так заснять его. Это когда он красивенько одет для работы. Слава Богу, мы приходим в норму. И скажет, не дергай жалюзи. Я тут их вот так держу, дергаю их. Только так отодвигаю, чтобы мне вот так... Он насчет Наджел и жалюзи, он вообще, он такой позессив. Говорю, слушай, не диктуй мне, как держать жалюзи. Как... Сори. То ты их не так открыла, то ты их не так закрыла. Не, ну он сам их... Я говорю, тебе надо, ты бери и открывай, как тебе надо, открывай. Открывай жалюзи. Ну, закрывать, нет, закрываю я их так, как бы правильно. А открывать, вот ты не под таким углом. Вот придираться, вот они, например, вот так у меня открыты, а надо типа вот так больше, вот так. Когда солнце светит, типа, а солнце ж падает. Ты физику учила, говорит, а солнце же так падает, говорю. Учила, но не для того, чтобы жалюзи как-то на твой манер открывать. И вообще физику учила для общего развития, для чего? Для просто для аттестата. Я не физмат какой-то. Хотя я была отличницей. О. Так, вот они, ветки пушистые. Конечно, он растает быстро, если сейчас плюсовая температура. Нужно проверить температуру, чаще плюсовая обычно. Вот, обещали, да, обещали, возможен снег, обещали холодный март. И вот, но больше обещали Шотландия, Северная Англия, Скотланд, North of England, но не в Южный Уэльс особо не обещали. Как бы не предсказывали. Сейчас буду будить Нейсона. Хочу дождаться Надела. Так, о чем я хотела быстренько сказать. Да, ну и у нас когда-то, когда выпадал какие-то денечки снег, ну какие-то года, там может было раз 5 за вот все мои 18 лет, раз 5.
Я знаю, в 2012 году зима такая снежная была, немало так, 2-3 недельки снег мог удержаться. Так, в прошлом году, скорее всего, нет. Локдаун, да, в 2020 году Нейсон играл с друзьями. Там было запрещено. А, кстати, что было? В 2020 году зимой нельзя было там собираться. Там говорили, а, не больше 6 человек, что такого типа рода, да, было. Были правила у нас в Британии. Ну, тут люди придерживаются правил. Нейсон там с 6 друзьями, ну, максимум 6 друзьями, а то двумя-тремя, иногда четырьмя собирался. О, начал, решил поехать. О, посмотрите, какой мальчик хороший. Он расчистил мне машинку, чтобы я Нейсона повела. Повезла. Сам поехал на своей синенькой. О, вот поэтому он, его там было не видно. Так, сейчас буду... Я думала, он пойдет в машинку, хотела его заснять. Сам снег не идет, это ветер, ветер слетает. Ветер сдувает снег с веток. На поле выйду. Ну, в общем, да, где-то 5 раз за 17 лет выпадал снег. Ну, мы первый год, я помню, 26 марта 2005 года. Не, не 5-го. Ну да, 5-го же это было. 26 марта, не, в 6-м году это уже было, я уже работала. 26 марта 2006 года выпал снег, и мы с Наджелом играли в снежки, мы только поженились, это, ну, бросали друг друга там. Снеговика мы строили, не, мы не строили снеговика, просто ходили по заснеженным округам. Морозец такой был тогда. Вот я так думаю, о, но Рождество было чуть-чуть заснеженное. Мне так хотелось, знаете, на Рождество я в Украине привыкла, что в большей мере снег идет зимой. И мне хотелось заснеженного Рождества, ну, Нового года, зимы, такой с морозцом, со снежком. Но потом мне настолько стало все равно, будет снег или не будет, потому что я поняла, какая проблема снег в этой стране, там, сантиметр снега, и уже все им опасно, и уже, ну, 2-3, ну, вот в такую погоду уже детям скажут, уже с садика забирать пораньше из садика, и мне так вот, это значит мне пропускать работу, но если Наджел мог забрать, он старался, ну, отпроситься, сказать, мне Нейсона забирать, сына забирать, ребенка из садика. Его, конечно, отпускали, все понимали, но сам факт, что пропускаешь работу, и мне нужно думать, как мне пораньше уйти с работы, а кому-то нравится, когда ты пораньше уходишь с работы. Ну что, девочки, продолжим в следующей части, кому интересно, выйдем на поле, посмотрим на снежок. Это вот, видите, аномалии природы, когда весна превращается в зиму, и наоборот, зима в весну, или... ну... Климат, climate change. До встречи, ребятки. Повезу Нейсона машину. Сейчас буду будить. Сейчас 6:55, наверное. Срочно будить Нейсона на 10 минут позже. Но он все равно еще, если будешь его, он еще прилягает на 5 минут 10. А потом, Нейсон, ты встал? Он, да, I am awake. Are you awake? Are you up? Yes. И такое видно, что он еще в постели полностью спит. Только бужу по второму разу. Ну, с Богом, девочки и мальчики. Счастливой вам весны, зимы и лета. До встречи.